Привет, народ, это Арвинос и опять терраферма Крафт. Как видите, с тех пор, как я тут устроил пожар, у меня уже все с порядком. Ну, что продолжим делать? Так, у нас надо стерлинговый слиток, рецепт. 6 самородков, 60% серебра и 40%, значит, остальные 40% это у нас медь. Вот я уже подготовил. Кусок кацетерита 4, это 10. И по 10 серебряные самородки. Значит, ложим их сюда. Дальше идем сюда ему. Сюда ему. Так, меч у нас есть. Вот это тут не понадобится. Так, подождите, где у меня глина, 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 глина. Так, у меня уже, кстати, по чуть-чуть ломаются вот эти вот штучки, дрючки. Так, значит, надо взять глину. И чтобы зря, как говорится, не пропадало. Раз, два, три, один вниз. Тут, по-моему, тут и тут. И тут. Вот, один кувшин сделаем. Так, раз, два, три. Раз, два, три. И тут. Так, два кувшина. И, наверное, форму. Так, конечно, я сюда забыл, как она делается. Так. Про глиняную форму мотыги не надо. Вот глиняный проспект. Ага, ясно. Так, раз, два, три, четыре, пять. Чё? Пять. Ах ты ж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Вот, ну это чтобы зря не пропадало, теперь я, как говорится, научился на своих ошибках и сделаю подальше от дома, надеюсь, не спалю на этот раз свою родную хату. Так, это у нас вот это. Дальше что нам надо? Дровей. Так, 4. Зажигалка есть. И где-то у меня была шерсть. Не шерсть, вот это вот. Раз, два. Ну, повторение мать учения. Так что... Так, у нас тут ночь настала, да? Заполняем, как всегда. Вот. И поджигай. Абдулла, поджигай. Вот, так, горит. Так, тут я нашел, бегал по миру, нашел сливовое дерево. Вот оно уже, кстати, растет. Кстати, она мне даже дала уже урожай, хотя оно такое маленькое. Так, эти у меня, как всегда, горят. Так, ты мне это самое. Тут очень сильно нужен. И если вы играете на этой сборке, поменяв... Так, Optifine, подождите, написано, вот, видите, Optifine HD Ultra 6, вы можете сделать такую фичу, как Dynamic Light. Вот, видите, я иду, меня все освещает. Довольно-таки полезная функция, потому что, ну, как известно и как видите, тут у нас вот фонари вырубаются. Видите, и делается это, если вы поставили именно вот эту вот версию U6, то мы заходим, значит, в опции, настройки, настройки графики, аннотер, нет, перфоранция, динамик апдейт, блин, где это quality, вот, динамик light, lift fast, fancy off, ну, допустим, fancy готово, и у вас появляется динамик light, вот, видите, вот он работает, насколько, конечно, он садит, ухудшает, ой, не там... У нас тут, блин, вот этого скелета я долбить не хочу. В общем, пришел ко мне, значит, скелет, полностью одетый в броню кожаную, и я вот у него спер штаны. Также себе сделал, как это называется, нагрудник, потому что у меня уже пару раз тут медведи, грубо говоря, задрали. Ну, я с них хотел шкуру снять, но вышло наоборот, они с меня сняли, вот. Так, тут, подождите, где-то я вот их шкуру тут перерабатываю. Терраферм распечатать, пресная вода. Ага, тут уже закон распечатать, смягченное гольё крупное. И
Мягченое гольё среднее. Так, куда его там использовать надо? Я уже забыл. А, танин. Танин у меня тут. Мягченое гольё крупное. Запечатать. Этот придется немножко подождать. Вот. И где у нас там друзья шли и пропали? Нету, да. В общем, я сковал себе нагрудник. Все же, потому что, ну, как видите, и побит он у меня довольно-таки неплохо. И вот его рецепт. Рецепт. Так, ставим сюда. И рецепт не показывает, да? А, ну он побитый. Интересно, усы его можно как-то чинить? Ну, вот этого я не знаю. Так, F3 убираем, значит. Так, как видите, пользуюсь бутербродиками. Услугами бутербродиков. Очень много их делаю. Так. А, вот, видите, меня задрали, у меня тут теперь мои головы висят. И да, кстати, я увидел в Кайзере, что можно сделать вот такие штуки. И я как-то про них и забыл. И вечно я хожу с открытыми дверями, заходи, кто хочет. Так, так, ага, вот. Так что, ну, автоматика как-никак у нас, ну, на вход не надо ставить, потому что кто угодно зайдет. Так что, а, тут я, кстати, видите, делаю виски. Тут закидываем пшеницу и получаем виски. Ну, вот, так что будем немножко выработка виски. Еще не выработалось. Так, я только не знаю, хватит ли мне тут. Так, тут я сложил, вот видите, у меня сливы тут. Ну, я по миру побегал. Вот, таки нашел графит. Ну, только графит на данный момент. Так, кстати, вот в этот столик, проектный стол, он... проектный стол, это, по-моему, Blue Power. Ну, так я не найду его. Blue Power. Вот. Blue Power. Проектный столик. Вот он, проектный столик. Рецепт делается довольно-таки легко. Если у вас есть пила и нормальный кирка, то вы его можете сделать. Вот, хотел сделать неукрепленные вот эти вот отделка. А, вот эти невозможно сделать. Это декоративные блоки, да, отделка из темного блока. Вот, хотел сделать ящик для хранения, но надо именно сталь. В общем, чтобы начать пользоваться модами, ух ты, есть Project Table, ну, конечно, пила синий, красный, синий. Да, везде сталь нужен. То есть, вот пока ты сталь не разовьешь из убилок, тоже красная, синяя. А, вот бронзовая можно. То есть, вот это я сделать могу. А вот это вот Project Table я уже сделать не могу. Сталь, 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 сталь. Да, без стали не сделаешь. Вот, так, у нас тут горит, это хорошо. Так, у нас вроде бы день настал, да? А, в общем, один компонент для нашей печки я нашел. О, как быстро растут. Только как странно, что как-то они по земле растут, вроде же должны наверх. Вот, пока у меня такой вот, в принципе, довольно-таки красивый домик стал из... Ну, если смотреть издалека, вот такой, как корова. Просто я хочу его каким-нибудь другим цветом, но все же крыша должна отличаться. Вот, наверное, вот эти вот сделаю из дерева, а потом поменяю как-нибудь за кадром тут на что-нибудь другое. Вот эти вот оставлю камушки из дерева, а верх покрою чем-нибудь другим. О, кстати, у меня вырос лес. О, сейчас у меня дровей будет, то есть дровов или дровоев. Шучу, дров у меня сейчас будет очень много, как видите, очень большая, и из них выпадает очень много палок, но для этого надо это самый сав каком-то... влезай. Что я все использую? А, вот, бронзовая коса. Так, во-первых, надо сюда скинуть, это мы скидываем глину сюда. Так, сав. Для начала, в принципе, мне его садить не надо, у меня полно леса. Вот, видите, сколько палок с него. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, коса нужна для того, чтобы выбить и получить вот эти, как они называются, саженцы. Без косы вручную убить очень долго. И вот нужны саженцы. И много дерева. Дерево мне понадобится для...
кузнечных работ, чтобы получать уголь. Конечно, может, я где-то по миру похожу, найду, но. Пока я то, что искал, не нашел. Мне остался, как его, кальцинит или что-то там в этом роде для этой, для крусибла. Вот. Хотя я люблю там крафт, но тут, оказывается, тоже без крусибла не обойтись. Вот. Так, блин, где он? Как? Калинит нужен, вот. Так, ну я, видите, все, тут хожу огородами и жду пока так, сколько, 18 саженцев, думаю, хватит. Так, вот и палочек у нас тут, да, очень много, короче. Так, иди сюда. Чего? Серебряный самородок, 10. Кусок кассетерита, не понял. Так, ни фокус не был пьян, фокус не удался, усы. Так, серебряная заготовка. Так, что-то я не понял. Стерлинговый слиток. Рецепт. Серебряный слиток. Серебряный слиток. Самородное серебро. Самородное серебро. Серебряный слиток. Серебряный слиток. Самородное серебро. А, вот оно, что. Кузьмич. Самородное серебро нужно. Тут-то все что угодно, а тут надо самородное серебро. У меня серебряный самородок. Так, а как его использовать? Усы. Серебряная заготовка. Серебряная заготовка. Угу. То есть его надо переплавить. Питкилн. Только в крусе, блин. Понятно. Пока месть, значит, отложить. Так, это мы откладываем сюда. Так, видите. Все упирается в крусе. Да, кстати, убил эндермана. Усы для чего используется? Ух ты. Пустотный сундук, обсидиан. Это мне не надо, это не надо. По камень не надо, камень края. Угу. Ангельское улучшение, ну офигеть. Офигеть, как оно делается удобно. Интерсеть. Яйцо дракона крафтить надо. Круто. Так, воздушный интерфейс. А как обсидиан делается? Два ведра надо. Стали и прочего, да. И, кстати, в ад тут можно попасть. Как ни странно, но мы можем попасть в ад. Только надо спуститься в бедрок, набрать вот этих вот. Я в креативе в другой карте попробовал и вполне себе возможно попасть. Так, ладно, я тут объяснял, как выглядит графит. Так, ладно, это пока не сюда. Так, графит, значит, маркеры. Где-то вот графит. Видите, после графита сколько я нашел всего. Тетрагидрит, ячмень, яблоня зеленая, яблоня красная. Чего только не нашел, кроме вот этого. Я уже потерял, где там графит. Телепортироваться. Так, вот тут значит, что у нас есть графит. Может, тут его и не будет. Значит, порода кварцит и глинистый сланец. Вот он в нем и заспавнился. Ну, я его тут вот выкопал, ну, чтобы далеко не идти. Так, дерево мешает. Вот он, красавчик. Вот, таким голубеньким это у нас графит выглядит. То есть, вот сейчас я его обвалю, все. Да, и вот, чтобы вот такой вот фигней не страдать, как я, вот сейчас, видите, я бью и не могу найти, узнать, есть или нет у меня тут графит. Стоит ли копать, так? Нету. Значит, возвращаемся домой. Телепортироваться. Берем проспект, кирку. Вообще-то, если вы идете за рудами, без нее никак. Так, маркеры. Висмут.
графит, телепортироваться. Вот. И теперь чего? Это чего? Гранит. А, ну, гранит тоже вещь полезная. Вот в таких вот местах спавнится. И что у нас тут еще полезного есть? О, лофади есть. Интересно, лошади приручить можно? Так вот, по-ванильному. Хотя просто взять и приручить ее. Только мне не очень нравится, что ты возле лавы стоишь. Ее можно... как говорят казахи, а где... Где ваши кони? А давайте ее сжарим. Давай. Давай. Как коник. Какой нехороший. Что, жарко что ли? Ну ладно, извините. Не судите строго. Коник хотел суп поесть конский. Солдатушки, ребятушки, где же ваши кони? Наши кони плавают в бульоне, вот где наши кони. Вот такие вот пироги. Так, а мы вообще-то за графитом шли. Так, что-то я вот сегодня, видите, как заняться нечем заданием гранит. Телепортироваться. Да черт побери, че, какой гранит? Извините, я чуть-чуть что-то туплю. Малахит, висмут, золото, гранит. Мне надо графит... Вот, графит, телепортироваться. Так вот, берем проспект Кирку и чпок. Вот, средняя проба графита. Следы тетрагидрит. Не найдено. Не найдено. Значит, вот тут вот, как работает Кирка? Я вот тут ударяю. Вот, значит, в радиусе вот сюда 12, туда 12, сюда 12 и вот сюда 12. Вверх-вниз 12, где-то вот есть графит. И вот он пишет, что она есть. Вот. То есть, когда вы ударяете по земле, вот по этому блоку, от этого блока во все стороны 12, вот в таком вот кубе где-то есть графит. Вот. И вот он пишет, что он где-то есть. Так, я уже выкопал, да? А графит мне нужен для крусибла. А если вот тут ударить... Чпок значительное. Вот, знаешь, где-то тут графит есть. О, наконец-то ты ввалился, не меньше копать придется. Да, вот, видите, графит. Ай-яй-яй-яй-яй. А давайте еще балл сделаем. Вот, давай-давай, падай. Странно, копаю тут, а падай там. Вот. Ну и, в общем, вот он, графит наш. Я уже накопал, конечно, ну вот еще тут. Блин, сейчас как завалит камнями, будет мне тут и графит, и малахит, и все, что хочешь. Так, все вроде бы. Так, берем кирочку, чпок. Ну, средняя проба еще, значит, где-то есть. Ладно. Но. Камушки. Камушки я как-то оставлять не хочу. Жадные, 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 жадные. Так, дом, телепортироваться. Так, дальше, что мы с этим графитом делаем? У нас есть вот эта вот штучка, закидываем сюда. И вот по этой вот ручке тыркаем. Нет, не так. Вот, она его перетирает. Еще перетирает. И вот получаем 8 графитового порошка. Для чего у нас используется? Для огненной глины. 8. 1, 2, 3, 4. Значит, у меня получается только 2 глины. Да? Где-то еще графит положил. Вот он, богатый графит. 2. Мне надо будет... Кстати, вот эта вот штука переплавляется потом в крусибле, которого у меня на данный момент нет. Так, как я уже вроде повторюсь, сделал бронзовые слитки. Буду делать вот эту вот... А где она есть? А, вот эту я хотел делать, да? Вот, самогорная, короче. Горная штука. Так, и больше я пока ничего не могу, потому что дальше пойдет железо. Вот тут железо, тут уже пойдет сталь.
Это горн, который делается, ой-ой-ой, как сложно. Тут я ничего не могу, вот крусибл. Извините, но пока месь я не нашел. Вот, так, дальше, сколько тут, раз, два кусочка, перемалываем. То есть вот мне остался найти этот калинит. Гридит, так. Вот, так, калинит. Вот, 16 штук есть, можем это, значит, 4. А, мне еще больше надо, да? Так, 6 штук, раз, два, три, четыре, пять, шесть. По-моему, 6 надо, да? Так. 5. А, 5. Ну ладно, 5 так 5. Значит, идем сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Решил зайчик погулять. Так, ложим вот эту вот штуку. И эти перемалываем. Вот, 4 еще штуки. А, вот, как раз 5. Вот, у нас уже есть 5. Все, остался калинит. Калинит хоть из креатива бери. Ну, я же не смогу потом доказать, что его нашел. Так, это значит сюда. Графит это руда. Глинистый сланец это мы ложим сюда. Вот, так, что еще хорошего тут произошло у меня? Ух ты, я же голодный вообще-то. Так, поедим. Ну вот видите, ну, нечем заняться. Скрафтить я что-нибудь не могу. Ну что так, давайте посмотрим, что мы можем вообще тут сделать без, без этого мода. Ладно, чтобы вас не мучить. Так, одну полезную вещь я нашел. Смотрите, у нас есть рабочий стол. Это сундук, верстак и книга. Для книги нам надо кожа. Кожа у меня завались. Так, и, во-первых, она нигде не используется. Ну, на данный момент у меня раз, два, три. Бумагу у нас делать тоже по фану, да. Вон, делаем так, и, надеюсь, книга получится. Так, книга есть. Это во имя Ирцмана, кто его знает, то он вот любит это, поэтому как-то посвящается Ирцману. Да, не Ирцману, Иркману. Блин, извиняюсь. Все. Опять пойдут с комментарии. Так, делаем. Вот, рабочий стол нормальный. Человеческий рабочий стол. Так, вырабатываем. Вот он, рабочий стол. Чем он полезен? Тем, что мы тут выкладываем рецепты, и он запоминается. Есть кто не знал. Так, допустим, вот берем доски. Мне, допустим, надо ящик. Ложим, берем ящик, вот он, сундук, закрываем, берем вот это, ореховое, и все, нам потом только перерубая, все, очень полезная вещь, не зря ее Эркман любит, ореховая бочка сюда не влезет, зато она всегда влазит сюда, так, если вам некуда хранить, то вот, храните тут, потому что, ну, раз, один слиток там, вот, допустим, медь мне, ну, зачем место занимает? Тут его вот, довольно-таки удобно хранить. Так, поехали дальше, мы еще что найдем. Да, допустим, чтобы начать immersive engineering, там, видите, надо кирпичи копсовые печи, они делаются из огнеупорного, плюс песок, а огнеупорная, это огнеупорная глина, где вот, ну, короче, у меня проблемы с калинитом и графит тоже немало надо, да, то есть и инженерный молоток. Ну, слиток черной стали. То есть, пока я не пройду весь вот этот самый, то... Так, это что? Основной ящик. Это тоже, я так чувствую, без шансов. Булыжник. Базовая схема. Ну, понятно. Этот мод я даже и не знаю. Что это? Механизм-генератор. Механизм-генератор. А, механизм. Ну, тут, видите, железный слиток. В общем, везде требуется... Везде требуются очень мощные штуки. О, интересно, крылья могу сделать. Что можно летать? Пластиковая палка, крыло. Так, пластиковая палка из чего? Стержень полиэтилена. Шарик полиэтилена. Кислород жидкий. Там, короче, субстракт. Это, ну, короче, понятно.
Расслабься, как говорится, пока мизе. О, спальный мешок, шерсть, понятно, шерсть, вот как видите, делается шерсть, шерстяное полотно, лум, ниток, 16 ниток, нитки делаются из шерсти, веретено, во-первых, шерсть, видите, шкура и т.д. и т.п. Овечек у меня мало, их надо разводить, и тогда только пользоваться. Вот, сегодня, наверное, так я понимаю, теоретическая часть будет игры с этим модом, так... Так, что еще? Коксовая печь. Ну, вот, не, невозможно. Так, это что? Дьявольский кирпич. Домна. Домны много. Это чтобы получить домино кирпич. И, во-первых, молот из стали. Домна делается лить из кованого железа. Тигель. Короче, помечтай. Сыродутный гор. Ну, видите, все. Ух ты. Обсидиан. Понятно. Стальная пластина. В общем... Как-то в другие моды пока не сможешь даже не мечтать, да? Ну вот везде, везде сталь, то есть о чем-то таком более серьезном пока не развил. Запускаю стрела, нет. Золотая шестерня, двойной рез золота. Так, ух ты, плавильная. Плавильная печь, Blue Power. Плавильная печь. Кирпичи используйте. Ну, для красоты можно сделать, но я сомневаюсь, что так у меня кирпичей, наверное, не будет, да? Так, раз, два, три, четыре. Так, эти не пойдут. Еще сделать, ну, кварцит берем. Сейчас сделаем кирпичи. Альбинос Чичичи выдавал нам кирпичи. Так, кирпичи мы сделали. Нам нужен вот этот вот. Так, иди отсюда. Так, по-моему, 4 этих и 5 вот этих. О, кирпичи. 32. Да, этот идем сюда. Ладно. Так, плавильня. Ну, у меня тут все с плавлением, тут все стоит. Так, куда бы тут поставить? Вот куда? Давайте чуть-чуть. Не сказал бы, чтобы красиво, но... О, красиво, да? Плавильная печь. Так, уголь. А если торф? Торф, уголь. Может, чить? Чит-код нашел, а? Меня ж хлебом не кормить, дай так богатый кассетирит. Так, тут рецепты есть. А, ну да. Ну, сапфировое стекло можно делать, обсидиановое. Так, уже можем почувствовать слитки. Ага, слиток кованого железа, кованое железо, спасибо. Цинк, медный слиток, латунь можем получать. Фиолетового сплава. Нет, не подходит. Ну, можем кремниевый кристалл. Ага. Цинковая пластина. Ну, ладно, пускай стоит для красоты. Да давайте проверим. А вдруг? Даже не лезет, а двойной вот это. Обломись, моя черешня, как говорится. Видите, уголька-то мало осталось. Я как занимался этой... Так, ладно, хорошо. Хоть что-то нашли. Может, кому это поможет. Так, бумага сюда. Так, что еще можем сделать? Ведро. Надо цинковая пластина, цинк и кованое железо. То есть не обманешь. Так, что еще у нас тут полезного? Magic Bucket заблокирован. Правильно, так. Бёрч, стальная пластина, понятно. Бесполезный мод дальше идет. Так, вакс, техноноды. А это краски, наверное. Ты тут, что такое? Термин бакет. Черт, терем блак бомба вал. Вал это стена. Так, коралл фрагмент. Ну и дальше техноноды.
крафт. Ну, в общем, не знаю. Сейчас, значит, я уйду с этого самого. Закончу, наверное, сегодня на этом игру, потому что, ну, нету. Вот не могу я дальше продолжить ничего делать. Нужен Крусибл. Для Крусибла мне надо вот повесить этот коленит. Ну, что у нас печка красивая есть. Для декорации пойдет. Вот. Кстати, вот эту вот одну можно поставить сюда, и он будет лучше нагреваться. И почему выгодно еще все равно использовать? Этот работает на торфе и на дровах. А эта штука работает только на угле. А уголь на дрова пошел, нарубил и сделал. А вот уголь надо его получать. Так, из-за этого у нас все хорошо получается. Так вот, распечатать. Ну, 6 кожи получилось. Ну, кожу по чуть-чуть мы делаем. Ну, для чего, не знаю. Так, а что у нас с кожей можно сделать? Усы. Броню. Ну, броня мне не надо. Вот кольчан — вещь полезная. Седло. Седло. Ну, вообще-то лошадь я загубил, так что... подождите, седло. Давайте попробуем. Блин, а у меня где-нибудь рядом лошадь-то есть. Торф, морозка, ячмень, солепилит, интегрит. А, я где-то далеко лошадей. Лошадь. Телепорт. Подождите, лошадь. Ага, нам давали яблоки. Яблоки я куда-то сюда положил. Вроде говорят, что они бесполезны. Давайте попробуем опровергнуть этот самый вариант, что они бесполезны. Так, попить. Мало ли, что еще скинет. Так, во-первых, это надо скинуть. Это... где тут, что я хотел? Блин, это надо все оставить. Это мне не надо. Это не надо. И ян-то тоже не надо. Пойдем воды возьмем. И... так. Воды обязательно. Так, по-моему, чтобы там сделать усы. Как он там делается? Ага, делается без проблем. Так что, думаю, хватит. Так, М, лошади. Лошади. Так, я доскочу, если что, до дома. Да, доскочу. Телепортироваться. Где-то у меня тут лошади. А, привет, лошадь. Так, ты кто? 1200-1250. Так, лошадь, иди сюда. Фэмили. Ну, я понимаю, что ты фэмили. Как тебя тут это самое седлать? А если тебе яблоко дать? Ай-яй-яй-яй. Не любишь яблоки? Ладно, сейчас я тебя заседлаю. Так, тинг-тинг-тинг-тинг. Тинг-тинг-тинг-тинг. О, седло. Я! Ага, значит, я вначале приручить на. Да? Ну ладно. А ты вообще-то кто? Ты мальчик, а ты девочка. Понятно. Ладно, лошадь приручить тоже не удалось. Блин, а чем же тебя приручать-то надо? Ой, ну ты девочка, ладно, не буду к девочкам приставать. Фэмили. Не, подожди, ты девочка. Да, ты девочка, ты мальчик. Угу. Мужик. Ну на бутерброд, ну покуси, ну. Ты какой? Ну, я тебя в супе-то варить не буду. Давай, пока. Лошадка, покатайся. Нет. Ладно, кончай фигней страдать. Пошел искать ей этот самый... О, здоров. Давай, погори. Давай, бегай. Давай, давай. Иди сюда, красавец. Бах! И что мы можем делать с этого уса? Ну, тоже... О, камушки, кстати, неплохие получаются. Красный, кровавый. Маринованный. Как у нас получение? Ух ты. Гриб. Ну, можно получить. Так, только у нас соус энд нету.
Ладно, ну что, это был Альбинос и Терраферма. Следующая серия выйдет после того, как я найду этот Калинит, и тогда мы продолжим всем. Так, рецепт сейчас скажу. Каолинитовый. Каолинит. Вот, когда найду Каолинит, тогда и продолжу. Следующая серия выйдет. Спасибо, что смотрели. Это был Альбинос. И чтобы не скучать, смотрите Кайзера. У него там иногда ребята приходят, они там весело играют. У него там стримы бывают. Так что если пропаду, не обессудьте. Лето, отдых и семейные проблемы. Пока.